Итак, дамы и господа, извините, что меня так долго не было. Ну, интернет отключили на месяц, так что ничего страшного. Ну, так что всем привет, с вами Механик, Пончик Кирилл и... Все. Ну, если к нам подключится, еще Джастер Максим, но если он подключится. Если нет, то нет, его проблемы. Но мы начинаем. Вы знаешь, блядь, после фразы «мы начинаем» или «мы летим» или что-то типа такого, у нас все время идет вот эта вот музыка. Помнишь этот, не субтитры, а вот эти вот? Не помню. Ну, вот эти вот. Такого я не помню. Ну, нет. Вот, а что я говорил, мы начинаем или что? Да. Я возьми, короче, состав ты нормальный текст с самого начала. Нормальный именно вот текст, что ты будешь каждый раз говорить в составе. Но... Только раз в месяц меняй, и все. Ну, Пончик, этот самый, теперь ты Суо. Все. Почему ты Суо, а не сука? Все. Ты нахрен. Просто все. Просто нет в английском языке мягкого. Понимаешь или нет? А кто там сзади тебя? Челик какой-то. Это не у меня, это у тебя. У меня вообще, кроме игры, больше ничего не включено. И вас. Тебя. И зрителей твоих. Ребята, если хотите стримчатки на этой неделе, то пишите. Бля, тут все, короче. А, ну заебись. Кто ему? А, понял. Там все. У Кибертрона импульс осторожно. Как можно быть осторожным, когда меня сейчас шутают? Там все Тима. Чё? Вот такие би. Да чё у него бесконечные патроны или чё уже? Я тебе говорю, у него импульсы. У него этот... Да офигенный, классно сейчас прошёлся. А куда дебил едет? Не знаю. Дебил? Боже. Так, подписчики Механика, если вот кто-нибудь узнает вот этого Омана, передайте ему, он дебил. А если он тебя ещё смотрит, Механик, тогда он... Войне дебил. Ты охренел? Ладно, это вырежешь, окей? Типа как бы закончился. Спалиться не хочешь, да? Да, типа ты меня потом же ведь будешь рекламировать, типа может быть кто-нибудь зайдет. Ну-ну. Конечно, ты обзываешься, не надо это пропускать, да? Ну потому что, ну блин, оно нельзя уже суициднуться, но... Чё так тупить-то, а? Ну типа, блин, оно просто-напросто берёт и тянет время. Если бы, типа, был бы один на один, тогда ещё ладно, а, типа там пара. Ладно, сейчас бой начнётся, там надо сказать того, что у нас ещё на видео будет с крошкой... Крошкару. Он тоже ютуб... Он тоже ютуб, не ютубер, а нет, всего лишь 20 подписчиков. Ничего, если ты другие рекламируешь бесплатно, а меня еще не хотел рекламировать, и шо, обалдел? Я про то, что мы... А, еще, ребят, то, что кто у меня на ютубе, ребят, скоро будет видос, выйдет. Мы с Крошкой.ру записываем видос, спасайте своих друзей, если хотите, к нам присоединяйтесь. Но мы видос запилим где-то в 11 часов вечера. Ничего себе, а чё так поздно? А нельзя где-то обедом, типа, ну... А, он целый день работает, он, можно сказать, ну, заканчивает. Вот ты вот подумал про зрителей, может у них будет, типа, они уже будут спать и так далее. Вот я не понимаю, вот зачем вот ночью уже снимать видео? Вот, ну, это какой так... ночью, я говорю, в 11? Нет, я говорю где-то в 4-5, ну, МСК, потому что школа, как бы, тоже будет людей. Знаешь это? Школа.
Понял. Блядь, Джейсер, ты где? О, этот Дом. Самый. Мне нужна твоя помощь. Мне сзади пидор. Мне сзади пидор. А, ты там уже. Я в заднице. И меня сейчас убьют в задницу. Да задолбало это уже. Че он там был один и припхались? Че был? Не за... Зря выходишь. Тебе жопа в задницу едет. Чего? Как? Блять, мне надо до того замучить. Все тут. Все есть. Нужно будет обратно этот пальцы. Сука, нет. Ты что, себя... А че ты под кабину не ставишь эту бочку там ампер или. Я? Ну. А нафига мне под бочку, эту сам бочку? Ну типа, блин, я на рапиру, я говорю, я на рапиру, я говорю, я на рапиру. Сейчас самопальщик возьмет один раз, пальнет тебя в сам. Все, я записываю. Че, Джастер, тебя берем? Да. Да, берем, берем. Так, если что, Джастер к нам присоединился. Ну, надо будет мне написать то, что в этот момент Джастер присоединился. Сейчас, начинайте. Сейчас я немного улучшу свой крафт, потому что какой-то рука жоп собирал. Так. Хотя нет. Если получится, видео будет выходить где-то в неделю, может быть. Да. Сколько в неделю может видео выходить? Да бог ты мой, 3 штуки в неделю. Типа понедельник, среда, пятница и воскресенье. Как-то так. Нихрена ты прогадал. Так, кто на чем? Ты у нас идешь на пуш. Ой, надо понял. Джастер, а ты у нас на чем? На рапирах. На рапирах, ну так мы будем с тобой вместе катать. Да, да вот. Я на не, я буду. Я нет, буду на вместе, пушках, рапирах. Вместе, раз вместе, раз и вместе кувалды. Начали, вместе будем. Вместе начали, вместе будем. Да. Без слышал, ни, да. Без ной или без ни. Ты че, уже на себя новый крафт собрал? Ты че вообще? Нет, это старый крафт. Помнишь на рапирах? Давай сюда остановись, меня. Будем тут этот самый высматривать. Я этот, я шел. С правой стороны. Вижу их, ну а там. Ховер. 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 Голиафы. И ну, скотина. Блядь, куда этот поехал? Давай встречаем на базе. Сколько вот бесит тот вот, дебил, который спускается на маленькие омы. Мне жопа, пацаны. Ага. Бело, а мы их тут будем встречать. Так, осторожно, если что, их там трое. Да. Спасибо. Это их вот там. Это... Усер какой-то, дебил усер. Лузер. Говнюсер. Блять, у тебя там сзади кто-то перевернулся. Умрите. Свои умрите. Чтобы все подохли. За что же? Короче, лучше я уж возьму своего дробовода, потому что... Блядь. А, самопальчик, самопальчик, твою мать! Блин. Сука, как я же, блядь, ненавижу пидрасов этих. А, ну, блядь. Давай тогда шкуродеры тоже возьму. Вот эти, суматоры. Так бери хоть что, главное, хоть что-то. Потому что суматоры не бежит, на пушках. Что я не отдал? Я возьму себе, короче, 4... Смотри, Суматра, идите сраные Суматра. Суматра. А урон на 5 этих шкал. На 5. А у рапир. А, на 6. Ну у них дальность хорошая. Давайте начинать. А вот их тоже дальность, да, по-моему. Больше дальность. Джастер, ты что там делаешь? А. Джастер у нас. Этот крафт свой вытянул. А давай, это Джастер, у нас время, потому что я тебе говорю, то, что... Время, у меня всего лишь 30 минут. Уже меньше. Да, уже меньше. У меня тоже, потому что мне придется потом идти в сама... Всё, пацаны, удачи, пока. В смысле? Ну, прям... Если все это запускали, до тех пор уже прошло время. Тогда было 1:35, а сейчас уже у меня 2 часа.
Потому что никто не может приготовить себе шину. Короче, забейте. Макс. Да. А что ты сразу не мог сделать? Я не знаю. Отнялось уже. Ну, все сделал. Ты минут уже отнялась. Так. Извините, тебя сохраните машины, которые у вас есть, не парки. Я лично вот свои на выставку выставляю. Все они раскрашены вот такой вот золотой цвет. Где на центре? Два в заднице. У тебя это самое, рядом пролетела эта шкура. А, понятно. Придурки! Все, пацаны, это жопа, мне жопа. Да ты издеваешься. А охрен ли ты вперед лезешь, можешь спросить? Ты понял, с чем он был? Я думал, что он здесь один, там чел был. Можешь спросить, хрен ли ты вперед подперся? А что нельзя? Мы играем в пати вместе, вот. Ты один играет? Сказал. Это Су, скажи, который ну, что, вообще дробовод? С другой стороны карты. Я их обижал, ты понимаешь? Но вот эта вот сборка там челиков. Ты видишь этот тут сборку большущий прям? Вот выйди и умри с этой же сборки. А, легендарных. Пошли с другой знаешь? Стороны, пошли с другой стороны их обойдём. Давай. Я просто сейчас смотрю и вот вижу, они как танки. Все насрать. Ух ты ж. Так, стой, 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 назад, назад отъезжай, назад отъезжай. Назад да отъезжай. Я вообще-то бью. Я да, понял, ты назад понял. Отъезжай. Шампанское, да, это без... Стой, 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 они там стоят. Атакуем тех, которые... Блять, ну ты придурок! Я? Да нет, ты! Есть! Это что, сборка была? Да. Да, сборка с двумя мини-джанами большущими. Там еще один. Да что вы именно его бьете? Давайте уже другого добивайте. Вас тут близко валят. Ты дебил? Нет. Да он уже безоружен. На... Его добиваешь, у него даже нет колес. Давай этого вали, ты. Гангстер 01, ну да. А, Верзила, ну понятно все. Понятно. Вот можешь спросить, ты берешь и мечешься в самый пекло, самый вперед. Один, я был на спавне. Я не виноват, что там они собирались. Какой у тебя, какие у тебя ружки, кроме дробовиков, есть? Есть еще осы. Ос, блять, а кроме ос. Судьи, малыши, вот филер. Судьи, вот пушки возьми. Не, это дерьмо я не буду брать. Судьи, Джастер, это ты издеваешься? Бро, судьи, это дерьмо. Ты малыши, с поедешь? Я уж нет, очень... я катаю на разных крафтах. А чё, нельзя? Не, можно просто, потому что... Потому что, не потому что. Так. Или ты просто 13... обиделся, что нет. У тебя нет крафта 13... на дроба. Нет, у меня набрал. Есть. Я просто смотрю время сейчас. Посмотрю то, что 13 минут прошло. Ничего себе, 15. 30 минут уже как прошло, даже больше. Понимаешь, я дробовод. Я не могу вот это вот с вами там сидеть и просто крысить всех вот так вот сдали убивать. Я должен ехать вперед. Ну, ты попробуй. 2 часа уже. И 66%. Я сейчас иду, сейчас закончим, я пойду на Steam, положу денежку. У вас сзади нужна помощь. Сейчас, нужна помощь, когда мы уже примера. Сука, да ты... Вам жопа, типа, я уже понял это сразу.
Даже... Ебать, блин, а. Что я? А, он на виноват, трех милях. Ты едешь. На трех милях я тоже виноват. Смогу. Вот понимаешь, в чем прикол? Вот сейчас все делают не так, как всегда это было, что стоят на месте и по одному убивают. Сейчас это идет как бы кругом. То есть мы едем в левую, они едут тоже вправо. Понимаешь, в чем прикол? Идет как бы круговорот этого вот всего, и потом встречаемся всегда на центре. И тут выигрывает, у кого более лучшая машина, либо же у кого больше людей. Понимаешь, в чем прикол? То есть здесь уже бессмысленно брать какие-то медленные крафты. Здесь нужно нормально бодрые крафты брать. Потому что тот, кто последний, всегда их убивает, и потом, как всегда, они бессмысленны. Че, может я тоже дробовики взять? Так возьми! Так возьми, блять, вот ты знаешь? Что? Вот, у тебя две легендарки, вот можешь, можешь вот играть на своем крафте, вот можешь просто не в квесточку, а в кроссич играть, чтобы на большом ММОМе с нами играть? Я играю. Я играю. Я лично вот только за сегодня я уже сделал себе три осы. Только за сегодня. Еще раз сделаю себе. Мне интересно, какие у меня дробовики есть? Защитник. Кувалда. Сейчас еще сделаю себе Максвелл потом. Обрез самопал. Я могу тебе дать одну сборку на трех самопалах. Но она очень дорогая. Именно сборки. Алло. А, могу вам на таком крафте поехать? На каком? 5031. Так, ладно, бери. У меня ускорение очень слабое. Побыстрее, слабо. Пожалуйста, насрать какое оружие, только, пожалуйста, побыстрее. Хорошо, блять, хорошо. Я потом все равно приду, буду задротить этот самый. Потому что надо будет опять ОМЭ и так набирать. Потом уже еще готовиться к учебе. Вечером. Все, погнали. 3400, ну хер. Может, давай тебе нормальный крафт скину с самопалами? Которая реально будет тащить. Только там нужно будет три самопала. Братва, вы когда-нибудь задумывали, что взаимодействуете с искусственным интеллектом каждый день? Когда заходите в поисковик, он понимает нас буквально с полуслова. И с каждым годом он все умнее, благодаря инвестициям в эти технологии. В этом как раз и разбирается компания Avalon. Инвестируя в технологии и зарабатывая на этом. Также делится своей прибылью с инвесторами, взяв все риски на себя. Пока не поздно, ты можешь стать одним из 130 тысяч инвесторов, пройдя быструю регистрацию по ссылке в описании. Выбираешь тариф и получаешь минимум 1,3% прибыли каждый день уже сегодня. Проверь все сам по ссылке в описании. Своим бою покатал. Сейчас попробуем. Вот тут или... А, вот тут все. Я. Все на дробовиках, классно. Я зараз, что там ему осталось? Йоу, ты как раз таки берешься на время вот. Казан, что уже. Как раз таки у меня как раз для того я телефон. Я его специально сюда поставил. Мне нужна помощь?
Гриша. А, на синтезах. Не, мне сейчас. Вы это видели? Ты просто это видел, блин? Кто видел? Ну челик, блин, упал. Ладно, я потом покажу, тебе попрошу, чтобы он скопировал тот момент и вставил. Ну, я лично не видел, потому что... Я тебе говорю, я потом покажу, потом посмотришь на видосе. Что же такое, что же не так взял? Да это просто ржачно получилось. Не буду рассказывать. Не буду рассказывать, потому что весь интерес у тебя пропадет. Честно говорю, я и так, типа, ну, не подписан сейчас на канал, потому что, я говорю, я свой создал канал, вот. Ты офигел? Ну а чё, блин, ну не только ты хочешь зарабатывать деньги, я вообще ещё с этим... Я просто, ты офигел, не подписан? Блин, ну а что? Нельзя или что? Я на старом аккаунте, ну, на старом своем аккаунте на тебя подписан. Я новый, честно говоря, на новый, на новом только подписан там на 1-3 человек макс. У меня 256. Много. Так будет. Что еще остается? Скорее всего, я себе скоро уже куплю самопалы или сделаю. Мне интересно, аннигиляторах возможно вообще сделать крафт? Возможно, но дебильный выйдет, капец. Джессер, нажимаем, готов. Готов, 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 готов. А. Анна. Ушел человек, нужен человек уйти. Давай наш. А что такое? Что не загружается бой? Потому что без нашего челика. Все, погнали. Давай сейчас одну-две каточки и пойдем. Дальше я одну катку и все уже. Все, я тоже пойду потом. Заодно самый момент погнали, потом музыку ставим. И честно говоря, я потом тот момент скопирую, где я говорю, я тот момент. Можешь помолчать? Не я делай. Я говорю, я тот момент, который сейчас был классный. Я потом его скопирую, ставлю там, где вот повторно и замедленно было, чуть замедленно. Бро, сделай это просто напросто ничего вообще, типа сейчас не снимай лучше вообще видео сейчас. Сейчас ни одного выигрыша не было. А нет, одна победа, только сейчас. И здесь никаких эпических моментов не было. Так что смысла делать это нету. Ты издеваешься? Я не могу, типа, вот эпический момент дадул и все, и быстро заснять. Нет. Это видос эпилится и он автоматически снимается, поэтому, блин, сорян. Так я знаю, ну, блин, ну мы только одну победу сделали. И хотя чё? Хотя бы пару побед. Блядь, у нас уже минута идет. Ну и что? Ничего. Ой, бляха-муха. Сука, надо было мне в 7 часов проснуться. Не, ну нахрен эти очаги. Мне так удивится, как будто в кроссе через этот качество поменялось. Короче, бро, не покупай, пожалуйста, никогда очаги. Пожалуйста, я тебя умоляю. Я не буду покупать очаги, нахрен они мне нужны. Я тебе говорю, я ураган хочу второй себе купить и все.
потом на нем же фармить. Смотри, ты именно для чего? Ты какую цель хочешь себе поставить в этой игре? Хочешь ходить в клан Вары, я не знаю, просто PvP снимать или что ты хочешь? Ребят, вот там еще кто на ютубе. Famous Strikes, на. Лично мое мнение, вот я хочу просто-напросто играть, чтобы мне, во-первых, не было скучно, и ходить типа в клан-вар. Вот ты вот как типа хочешь вообще развиваться? Именно просто играть ради прикола или снимать деньги, зарабатывать бабки? Кто, я? Да, или ты типа хочешь именно играть там клан-вар и что-то там... Нет, буду там когда-то 1000, еще больше. Я возьму подписку, типа там... И все. Нет, ты именно в этом, в кроссе, что ты хочешь? Клан Вары или что ты хочешь играть? Типа ты вот сюда вот... Я просто записываю. Иногда класс там нет, и все. Так, подожди-ка, я к тебе... Я к тебе помогаю. Спасибо, я стрелял, помогал очень сильно. Ну вот все, видишь? Валите от меня, ну. Мой килл ведь был, ну. За что? Сюда едут, в эту сторону. Я понял, я вижу. Ну. Ладно, тебе жопа. Подними. Ты смотри, какую гадину. Я пытаюсь поднять, но ты же забрал. Я поднял его, ты меня поднял. Да, ну вот видишь. Бах ты, мой, свой ты. Страйк, иди сюда. Ух ты ж. Феймус, стой. Стой, Феймус, блин. Да бах ты, мой, склепал. А, у него синусы. Умри, скотина. Нужно ему один ховер. Феймус не умрет. Кто бомб стоп? Да, Феймус. Я ему сейчас отобью оружие. Пошел ты в сраку, Фэм. Ага. Забатил, да. Но... Он тебя издалека сможет за это да, самое. Сидит в жопу хоть куда, хоть вдаль может пойти. Давай. Кстати, тебе не чё... бежай, Фэмэс, он с нами на Дискорде, так что... Ивая, ты сможешь. Я в тебя верю. А он ты... уже, можно сказать, все, он уже трупик. Кто именно? И воен? Да. Он дебил? Уже не... Он уже... Шо отсюда? Выбью. Бака. Иди захватывай его базу и все. Да как он захватывать, он быстрее, чем я. Я не успею доехать, как он быстрее, чем я захватит. И так уже время, мы, блин, ничья будет. Ну так хотя бы ничья, а не его. Пусть, скотина, играет. Тебе я дам. Вешу. Это, бляха, скромнее, чем он. Полтора раза. Да иди ты в жопу. В своих ховерах сам. Твоя семья подохла. Да, иди. Ты сейчас застрянешь. В том-то есть весь прикол, чтобы он подумал, что я застрял. Так ты застрял. Да какой я нахрен застрял? Ну? Кто говорил, что он не застрял? Сука. Страйк. Я уже задолбал этот дебил просто. Феймус, блин. Я, кстати, этот момент и не буду вырезать. Надо. Потому что я сам сейчас сдохну. Задолбали. Вот это вот просто... Почему эта лужа не дамажит вдали просто, и вблизи, и вдали? Так это уже бесит. Ну все, заканчиваем. Чё там,
Famous, насколько он там? О, суицидник здесь. Famous. Чё он там? Ах, ты же гадина, закрыл личное дело. Чего, суицидник? Три? Ну, можно. Ну чё, заканчиваешь, да, или чё там? Ну да, уже заканчиваю. Сейчас я начну продавать эти сраные... Блин, эти... Я забыл, как называются вертолёты эти. Чё? А, сокол и ястреб, во. Ястреб. Ястреб. Сокол. Всё. Ха. Ладно, я ту машину свою возьму. Дранагеддон. Ну что ж, ребята, как говорится, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Подписочку оформляйте. Ну и с вами был Пончик Кирилл. Ну и всем до скорой встречи. Как говорится, всем пока-пока. Пока-пока. Но я не буду еще заканчивать, потому что я буду еще видос записывать. Давайте последний разочек. И потом уже все. Чё? Я говорю, я еще буду видосик записывать последний. Потому что... Значит тебе. Просто-напросто я не знаю, как с этим нервом. Просто. Обычно как? У меня же не... У меня нервы не железные. У меня то же самое, ну блин, ну понимаешь, вот это вот такое вот дебильное существо, вот, купил себе ховер и типа вот, ну, блин. Хочешь, давай на последний скатаем? Да я уже себе все продал. Так давай напоследок, чё ты? Чё, с чем меня скатать? Я себе куплю, блин, самопалы сраные и буду валить всех с них. Самопалы уж будут получше, потому что они могут обертаться. Я чуть не удалил с друзей тебя. Ну, ладно. Ладно, давай, удачи тебе. Да, давай, я все равно сейчас минут 2-3, точнее, сейчас закончу и пойду. Давай. Тоже. Пока. Либо сейчас стримчатки, кстати, замутить. Как думаешь? Слышишь, как думаешь, стримчатки сейчас замутить? Кирилл. Так. 97. Ну, соточка практически КМ, вообще классно. Ты пидор какой, а? Да ты... Сука. Просто прохуярили обой, блядь. Просто тупо, блядь. Дегенераты, блядь, вонючие.
Долбоёбы! Просто пиздец какие-то, а. Нормально, блядь, нельзя было с нами, блядь, пойти. Блин, да идиоты все рашить пошли. Вот хотя бы. Да я думал, он умный. Пидор, блядь. Сука, какая же ты ебанутая тварь. Пиздец. Бой сели просто начисто. Какие ж нахуй твари, а. Сука, ну блять, да чего ж надо, сука, быть такими, блять, ебо. Уже просто не выдерживает. Да ты, блядь, какая мразь, а! Чтоб ты сдох, блядь. Ай, ну все, мне пизда.
Ёбка, да чего ж быть там, блядь, ебанутыми. Никакой сейчас бой даже не удается нормально. Почему? Да пизду иди. Да сука, блять, ой. Бот ёбаный. Сука, вот правильно, иди в пизду. Да иди ты. Иди ты в пизду. Сука, ты мразота, блядь, ебаная. Ладно, ребят, всем спасибо за каточку. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну а с вами был Механик. Джастер, Максим, и всем пока, до новых, и до новых встреч. А, и всем до новых... Короче, вы поняли, до новых встреч. Now,